Парк Раздолье пользуется большой популярностью у местных жителей. За прошедший месяц его посетило более 54 тысяч человек. Территория парка постоянно совершенствуется. Расширился фудкорт, который расположен рядом с катком. Работает пиццерия, прокат лыж и коньков. Сам каток профессионально залит с помощью специального оборудования. Глава муниципалитета Андрей Иванов протестировал качество льда и пообщался с посетителями. Что еще сделать? Ну, чего не хватает? Музыку вот сделали. Музыка хорошо, сценарий хорошо, лед, катки, прокатки, пузы. Для взрослых как еще большой каток сделать? Да. Андрей Иванов встретился с арендаторами кафе, которые работают на территории парка. В одном из них оборудовано специальное помещение для досуга детей. С маленькими гостями здесь работают аниматоры, проводят мастер-классы и показывают мультфильмы. В ближайшее время помещение оборудуют видеонаблюдением, чтобы родители могли дистанционно наблюдать за детьми с помощью смартфона или других устройств. Помимо этого, в центре парка открылась комната матери и ребенка. Сюда можно прийти с грудным малышом, покормить его и отдохнуть. Для любой мамы с ребенком здесь доступ не ограничен. Да, не ограничен. Никакой платы не нужно. Нет. Да. Комната абсолютно свободная. Андрей Иванов высоко оценил уровень сервиса в парке Раздолье, а также отметил, что территория благоустроена на должном уровне. Дорожки очищены от снега, подсветка на аллеях создает уютную атмосферу. Конечно, наша задача, о которой нам регулярно говорит губернатор, насоздавали парков, теперь держите уровень по качеству услуги. Вот эти инспекции как раз для того, чтобы мы постоянно были в тонусе, постоянно как потребители выявляли какие-то возможные недочеты. Добавим, что в парке Раздолье можно покататься на тюбингах и посетить ярмарку. А если станет холодно, всегда можно заглянуть на огонек в зону теплого очага. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».